В меткости, скорости, выносливости соревновались в эти выходные участники игр народов Севера. Молодым людям предстояло показать свои силы и возможности в метании аркана, прыжках через нарты, северном тройном прыжке, меткости, а также скорости и качестве чистки рыбы. В соревновании приняло участие 11 команд из разных районов республики. Следует отметить, все участники – действующие чемпионы республики, победители и призеры соревнований по северному многоборью. Победителю был вручен главный приз соревнований – это мотоцикл. Многоборье – все виды сложные. Метание аркана – это, например, это уже там, уже технический вид спорта. Там, кто хорошо тренировался, тот попадает. Метание аркана метает на 2 минуты. Если кто попадал 3 раза, уже становится победителем. А если не выложился на 2 минуты, то не попали по 3 раза. Тогда кто первым попал, например, первый раз или второй раз, так выводится победитель.